Если бы мне сказали 2 года назад, что я буду бегать по болотам день и ночь и ставить фотоловушки и кольцевать скопу, я бы не поверил. Но одна встреча переменила всю жизнь. Как-то в Подмосковье я шел, гулял и вижу, птица летит огромная. Но знающие люди сказали, что это белохвостый орлан. И мне очень хотелось увидеть его еще раз. Таким образом, судьба свела меня с Дарвинским заповедником и с Мирославом Бабушкиным. Вот я уже 3-й раз приезжаю сюда ставить фотоловушки, кольцевать скопу. И в этот раз приехал не один, со своей дочкой. Волонтеры – не то слово. Друзья. Друзья Дарвинского заповедника. Именно так о своих добровольных помощниках говорит орнитолог Мирослав Бабушкин. В этом сезоне дружеская поддержка ему нужна как никогда. Травма ноги не позволяет в одиночку выполнить весь объем работ по установке фотоловушек и кольцеванию краснокнижных хищников. А это необходимые полевые работы. Без них изучение и охрана редких птиц невозможны. Ставить фотоловушки в Дарвинском заповеднике Виктор Савельев с дочерью Наташей приехали за пару недель до прилета скопы. Самое низкое известное гнездо скопы. Всего около 3 метров. Даже такое бывает. Высотными работами Виктор занимается всю жизнь. Профессиональные навыки особенно пригодились в Дарвинском заповеднике. Здесь не торопись, не торопись. Сейчас у нас порядка 75 фотоловушек существует. Мы установили в этом году 45. Вот, у гнезд скопы это очень хороший результат. И, собственно, основная идея, вы помните, все-таки посмотреть гнездовую биологию, экологию птиц, потому что мы никогда этого не видим, и никто не увидит естественную жизнь птиц, да? Сроки размножения, когда кладка, какие факторы, как самка насиживает, какие негативные факторы влияют. Бывает, там снегом ее засыпает, думаешь, ага, вероятность там гибели кладки высока, да? Бывают разные ситуации, связанные с нападением там врановых птиц, хищных птиц. Кто посещает гнезда, влияет ли филин. Вопросов очень много, потому что и они постоянно новые и новые возникают. Потому что, просмотрев там порцию фотографий с фотоловушки, ты понимаешь, ага, а можно было бы еще вот акцентировать на чем-то новом, да, какие-то моменты находишь для себя. Гнездовая группировка скопы Дарвинского заповедника уникальна в масштабах страны. Исследовательские данные, полученные здесь, важны для сохранения вида по всему миру. Тот проект, который сейчас с прошлого года у нас начался, совместно с эстонцами, с коллегами, да, и вот коллеги из Испании тоже могут присоединяться к нему, он подразумевает установку GPS-трекеров на скопу по всей России, на ключевых точках от Ленинградской области до Камчатки и Карелии, соответственно, до Камчатки, да, и, соответственно, эту работу очень сложно делать одному, поэтому... Частично все-таки вот эти полевые исследования мы проводим совместно с этими с коллегами из команды Пецель и ребятами, которым вообще интересна принципиально полевая работа и жизнь. И без этого, в принципе, я бы не смог бы реализовать многие вещи, многие работы в поле. Мне бы хотелось строить гнезда, ставить фотоловушки и делать все для этих прекрасных птиц. Я хочу увидеть орлана совсем близко. Пока только скопу удалось кольцевать. А в этом году хочу вернуться и кольцевать орланов. Белохвостов. Да. Вместе. По сути, это новая генерация, я считаю, все-таки, тех людей, которые устали от города, им хочется действительно быть полезными в сохранении, в изучении, в том числе, редких видов птиц. Я понимаю, что это некая ответственность с моей стороны, люди приезжают мне помочь, я должен им тоже как бы чем-то, скажем так, отблагодарить, но они всегда говорят спасибо за эмоции, поэтому
Дарвинский он прекрасен тем, что здесь ты по-новому начинаешь к многим вещам относиться. Ну, вот, например, июль я называю месяц глотка воды, потому что очень часто возвращаюсь в июле к мысли о том, что смысл жизни часто сводится к глотку воды, потому что идешь по болоту, очень жарко, очень душно, противно. И когда ты на грани находишься, постоянно немножко другие ценности. Каждый из этих выездов довольно сложный, и это своего рода испытание. Ну, в этот раз надо сказать, что из экстремального была неожиданность в плане температур. Было непонятно, как подготовиться к ним, потому что было и холодно, и тепло, и сыро. Мы проламывали лед, я почувствовал себя в шкуре лося, который пытается перейти какой-нибудь пролив или там речку. Да, мы вставали на лед и пытались понять, выдержит он нас или нет. И чаще всего бывало так, что он не выдерживал. Да, это было самое главное неудобство от ходьбы. Мы проходили в день примерно 10, 12, 13 километров. На зимних маршрутных учетах мы проходили с моим другом, с Димой, до 19,5 километров по болоту, по рыхлому снегу или по насту, по-разному. Ну, чем отличается это вообще от ходьбы по городу? Вот, скажем, у меня от моего дома до дома моих родителей километр, я прохожу его минут за 10. Здесь мы километр проходим, бывает за полчаса, бывает дольше, бывает за час. Вот последние 500 метров маршрута вчера ночью мы прошли не меньше, чем за час. Осталось 820 метров. Дмитрий Садоков – младший научный сотрудник Дарвинского заповедника. Занимается географической, геологической работой. Однако коллеге-орнитологу помогает в полевых работах не первый раз. У нас очень большое важное дело по сохранению природы нашего края. И мы должны делать его вместе. И все наши специальности должны объединяться заповедным делом. Вот такой замечательный вид с фотопоста, с присады, который орланы любят очень сеять. Это урочище Перекладное, Дарвинский заповедник, самый центр Лострова Малого-Шекснинского. Это коллеги. Там на горизонте айсберги, ледовые такие торосы огромные. Не первый раз волонтером в Дарвинский заповедник приезжает и Дмитрий Вальцев, петербуржец, сотрудник Полистовского заповедника. В этом сезоне попал в экстремальные условия. Вместе с другом Дмитрием Садоковым и орнитологом Ярославом Бабушкиным устанавливал фотоловушки в самых труднодоступных местах заповедника. Лед на болоте и сырость – это, конечно, неприятно, но когда хорошая компания, об этом забываешь сразу. Мне это интересно, ну, в принципе, птицы интересны, birdwatching, биоразнообразие и заповедные территории в целом. Дарвинский заповедник, я так понимаю, является лидером по плотности гнезд скоп, и поэтому здесь это направление одно из приоритетных. И установка фотоловушек, то, чем мы занимались, является одним из методов изучения этих скоп. В этом сезоне Мирослав с друзьями установили фотоловушки с аккумуляторами большой емкости. Все говорить о планах на этот полевой сезон, очень большие надежды в связи с моим не совсем нормальным физическим состоянием в этом году, в связи с травмой это колено. Большие надежды на работу фотоловушек. И я благодарен очень ребятам, волонтерам, Дмитрию Садокову, нашему моему коллеге, сотруднику заповедника, его другу Дмитрию Вальцеву, которые в марте приехали, помогли мне установить часть фотоловушек. Кроме того, ребята из команды «Пецель» российской, Виктор Савельев с дочкой, с Наташей приезжал. То есть, если бы не они, я бы не установил фотоловушки, потому что физически это очень тяжело. Это не просто поход, говорит Мирослав. Это не жажда адреналина, это образ жизни, отношение к природе, когда не воспринимаешь ее как источник опасности, когда не пытаешься отгородиться высоким забором. Это другие ценности.